Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Ольга, и сегодня я хотела бы с вами поговорить на очень популярную тему «Пустые баночки». У меня сегодня скопилось очень-очень, как бы вам так показать, не влазит в кадр, пустых много баночек. Эти пустые баночки, в основном это касается БАДов с очень знаменитого сайта iHerb. Итак, приступим. Первое, что мне попадает отсюда, вот такая вот большая банка, это лецитин. Компания Now, очень популярная на рынке, американском рынке. Здесь было 400 капсул лецитина. Получается, у нас в одной капсуле, в одной капсуле у нас было 1200 миллиграмм. А суточная норма – это 3 капсулы, значит, в 3 капсулах 3600 миллиграмм. А капсулы достаточно были такие большого размера, вот. А что могу сказать про этот лецитин? Лецитин мне понравился, запах присутствует, но не такой уже как бы плохой, чтобы там невозможно пить. Есть обычный запах, запах обычного лецитина, я к этому же запаху уже привыкла, поэтому как бы меня это в принципе не пугает. Отсутствует ГМО написано. Качество достаточно очень хорошее. Те, которые знают про лецитин, информацию, для чего он нам служит, я очень советую. Еще раз повторю, что лецитин очень важен для нашего организма, в том числе это важен для нашего сердца, для нашего мозга, для печени. Лецитин является важным фактором строения каждой клеточки нашего организма. Мы об этом говорили в предыдущем видео. Если кто еще не слышал, можете просмотреть мое предыдущее видео. Я рассказывала про лецитин. Сейчас, в данный момент, я пью другой лецитин, решила взять попробовать, на него было очень много отзывов, и я как бы пью сейчас другой лецитин, в принципе, как бы у меня нормально устраивает, никаких отрицательных моментов я не вижу. Именно вот эта вот компания Now, у них есть и поменьше банки, то есть поменьше количество, я брала сразу уже большую, потому что здесь 400 капсул, хватает надолго. Советую, присмотритесь, очень хороший здесь лецитин, это лецитин соевый, а именно он предназначен для того, чтобы пропивать женщинам, но не рекомендуется мужчинам и детям, потому что в соевом лецитине, как я уже неоднократно говорила, находится много женских эстрогенов, поэтому, соответственно, мужчинам и детям это не нужно. Так что, пожалуйста, убираем в сторону нашу баночку. Следующее, что могу здесь рассказать. Ну, следующая баночка тоже о лецитине. Вот это уже подсолнечный лецитин. Я вам показывала в новых посылках сайта iHerb. Я заказала своему сыну, об нем я все уже рассказывала. Вот, пожалуйста, пустая банка. Здесь уже практически запаха это и нету. Да, тоже компания Now, очень классная, рекомендую, подсолнечный лецитин в капсулах, капсулы большие, как детям, так и мужчинам, прям советую, присмотритесь. Это у нас подсолнечный лецитин, дальше что могу вам рассказать, смотрите, вот такая вот тоже большая баночка, это у нас кальцием плюс магнием в хелатной форме. И тут еще присутствует витамин D3. Значит, 250 таблеток. Это было в таблетках. Компания, не буду корявить язык, пожалуйста, читайте. Компания зарекомендована на рынке. Достаточно очень хорошая. Я этой компании постоянно беру и кальций, и магний в хелатной форме. Кальций как для ребенка и для себя. Магний в хелатной форме. Тоже беру, он, наверное, здесь будет у нас в пустых баночках, покажу его. А здесь в одной таблетке у нас идет витамин D3 500 американских
международных единиц, извиняюсь, кальций 200 мг, магний 100 мг. Вообще здесь рекомендуется пить от 1 до 3 таблеток в день. Это получается 3 таблетки, это 600 миллиграмм кальция будет и 300 миллиграмм магния. Но в принципе здесь идет у нас получается 50 на 50 кальций с магнием, то есть как бы норма достаточно хорошая, так и должно быть. Суточная норма у нас магний идет 300 у детей и женщин, у мужчин это и пожилых людей это может быть 400. Поэтому здесь надо уже смотреть, как бы, в принципе, даже если вы выпьете больше, он ничего страшного не будет, потому что магний не имеет у нас функции накопления, передозировки невозможно, и поэтому, соответственно, вреду организму никакого не будет. Присмотритесь, хелатная форма, кальция, магния, очень хорошая, советую. А следующее, значит, давайте посмотрим, вот как раз по поводу кальция, этой же компании, хелатный кальций, 250 таблеток, это у меня пропивал сын, а у него, значит, здесь в одной таблетке 200 миллиграмм кальция, он пропивал по 5 таблеток, чтобы набрать 1000 миллиграмм суточной нормы. Пропивал на ночь, потому что кальций на ночь усваивается очень-очень хорошо. А вообще даже доказано, что в хелатном... Так, свет немножко у нас падает не очень хорошо. Надеюсь, что все прекрасно меня видят, да? Рекомендовано даже, в принципе, когда хелатная форма кальция, это самая лучшая форма, да, когда, как мы уже знаем, можно даже не совмещать ни с магнием, запаха не имеет острого никакого, не совмещать ни с магнием, ни с витамином D, потому что хелатная форма, она достаточно хорошо усваивается в организме, поэтому не нужно дополнительно ни магний, ни витамин D, а как мы знаем, что... Эти дополнительные компоненты нужны для того, чтобы, если мы пробиваем кальций, чтобы хорошо усваивался. Ну, в этом случае, в принципе, одиночно кальций хелатный, вот этот вот, он очень хорошо усваивался. Я видела хорошие результаты. То, что касается, когда растут у детей зубы, ну и когда идет развитие, подростковый период, то есть как бы... Очень-очень хороший кальций, просто вот рекомендую, очень присмотритесь. Буду заказывать не один раз. И это же в компании, давайте я вам покажу. Да, это же компания Магний Хела, 250 таблеток, в одной таблетке 100 миллиграмм. Я вам показывала уже, тоже в новой пришедшей мне посылке с сайта iHerb. Заказала вновь баночку такую вот магния в хелатной форме, в очень хорошей форме. Не очень хорошая форма у магния – это оксид, более-менее цитрат, и хелатная – это уже самое лучшее. Тоже этой компании, пожалуйста, советую, рекомендую, тоже присмотритесь. Очень хорошая и форма, и натуральные компоненты, и прям видно результат, потому что без магния я не могу, тем более тем людям, которые занимаются в спортзале, им очень-очень нужен магний, чтобы расслаблять мышцы, потому что бывают у меня такие моменты, когда мышцы очень сильно, как это объяснить, они прям как колом становятся, то есть сжимают, и ты... Естественно, это, ну, как бы ощущаешь болевой эффект, и чтобы как бы их расслабить, я пропиваю магний, и мне очень сильно помогает. Тоже стараюсь пить на ночь, очень хорошая штука. Ну, я уже не говорю про те симптомы, когда идет какое-то онемение, или когда скручивают ноги, руки, конечности, то есть, соответственно, не хватает магния. Еще есть такой момент...
по каким признакам вы можете определить, хватаем магний или нет. У меня было это где-то полтора года назад. Я очень много-много хотела и ела шоколада. То есть прям вот мне хотелось шоколад есть. И из-за этого как бы потом где-то я вычитала, что это идет нехватка магния. И я обратила на это внимание, а приобрела магний, начала его пить. И вы знаете, действительно, тяга к шоколаду прям ушла, и до сих пор такого нету. Так что обратите тоже на это внимание. И дальше. Следующее, что хочу вам показать. Давайте пройдемся по такой марке. Мы начали с нее Now. То есть, значит, компания Now. Это Ultra Omega D3. Значит, капсулы у нас здесь, ну, лецитин и омега, они одинаковые капсулы, они большие. Здесь в одной капсуле у нас присутствует, скажу, в одной капсуле 1385 миллиграмм. Также в сочетании здесь идет дополнительно витамин D3, 1000 международных единиц, вот в этой цифре вам скажу. Вот, значит, чем хорош здесь 180 капсулов, ну, натуральное, нет ГМО, чем хорош этот препарат, омега-D3, да, ультра-омега-D3. А вообще омегу очень-очень-очень нужно принимать как взрослым, так и детям, и мы это прекрасно знаем, потому что не хватает нам именно рыбных жиров. Здесь рекомендовано принимать по одной капсуле в день, что позволяет, ну, как бы экономно. В одной капсуле, то есть вы приняли один раз в день в одной капсуле, и, ну, и достаточно суточная норма. Качество достаточно очень хорошее, мне очень понравилось. И вообще, когда нехватка омеги-3, то вы должны понимать, да, то есть, что это очень сильно может влиять как на ваши волосы, ногти, кожу. Я начала первый раз пить омегу-3 где-то 2 года назад, и я сразу почувствовала эффект, прям моментально, не прошло даже недели. То есть, во-первых, меньше выпадает волос, волос становится очень эластичным, появляется определенный блеск. Кожа лица как будто прям что-то, вот знаете, вот, ну, как бы я никогда не жаловалась на кожу. То есть можете, да, как бы обратить внимание, это я сегодня практически без макияжа. И разглаживание, как будто, знаете, вот мимических мелких морщин происходит. Она как будто вот как-то выравнивается, не что подтягивается там, да, вы взяли и вытянули, нет, конечно, но она выравнивается, и определенная свежесть лица появляется. Ну и, как говорится, ногти тоже, они очень-очень становятся крепкими, сильными, хотя, в принципе, я никогда не жаловалась на свои ногти, они мне всегда в хорошей форме, то есть, как бы, да, и пластина достаточно очень хорошая, несмотря на то, что, знаете, что могу сказать, я очень долгое время свои ногти укрепляю гелем, то есть на свои ногти я делаю... накладываю гель, ну, как можно сказать, это как наращивание, только не, я не наращиваю в длину, а просто на свои, да, и, соответственно, делаю какой-то там дизайн. И мне, как бы, многие, конечно, пугали, что станут они тонкие, ломкие, плохие, все такое. Где-то на протяжении 5 лет я это делала, потом в течение, наверное, года я это все даже не снимала, они мне отросли и отрезала. Было какое-то бугристость на ногтях, это все как бы заново отросло, и я где-то год ходила, я не заметила никаких ломкостей, никаких там тонкостей, никаких, чтобы там они такие вот у некоторых вообще прям тонкие, что вот прям заворачиваются ногти, то есть я этого не заметила. Но что хочу сказать, что в моем рационе дополнительного питания, я это так называю, да, потому что с продуктами невозможно взять все,
все, что нужно нашему организму. Во-первых, мы понимать должны, что наши продукты не имеют столько свойств витаминных, и вообще, когда выращиваются там то ли овощи, то ли какие-либо продукты питания, все равно нету в них столько компонентов, микроэлементов и витаминов, чтобы получал наш организм. И там, допустим, сколько надо съесть той же самой рыбы, чтобы получить там суточную норму, да, дозу, то есть как бы, и опять же, какую рыбу, потому что если изучать этот вопрос, то получается то, что рыба должна быть достаточно качественного происхождения, она должна вылавливаться в северных там океанах, то есть, да, и как бы она имеет много жиров, много как бы вот этих вот именно ЭПА и ДХА. Это у нас идет, если вы заметите, на обратной стороне, да, вот чтобы не корявить язык, вот, наверное, не сфокусируется. Но вы можете обратить внимание, когда будете прочитать про этот продукт, что здесь ЭПА, и ЭПА вот здесь 600 миллиграмм, а ДХА 300 миллиграмм. В совокупности это 900 миллиграмм на одну капсулу. Это хорошая дозировка. Почему надо обращать на это внимание? Потому что это кислоты, которые нам важны. Не просто рыбий жир, да, то есть омега и все, а именно, чтобы существовали и эти кислоты. И тогда у вас хорошая будет и дозировка, и хорошая будет, соответственно, вы будете получать хорошую омегу, то есть в свой организм. В наших аптеках я не заметила этого хорошего состава, поэтому, соответственно, я заказываю все с сайта iHerb. И вот рекомендую компании Now Ultra Omega D3. Не надо пить много капсул, там 2-3, одну капсулу в день достаточно, и вы уже получаете суточную норму. Так что рекомендую еще раз. Следующее, что хочу показать, это же компания Now, это витамин С. Витамин С. Что могу сказать про этот витамин С? Вот этот витамин С, он, я показывала в предыдущих своих видео распаковки посылки, что я остановилась на другом формате витамина С, специальная форма, СТРС, да, а это здесь идет в составе витамина С аскорбиновый оксид, то есть аскорбиновая кислота, в одной таблетке 500 миллиграмм, здесь 250 таблеток. Ну что могу сказать, как витамин С он получается не 100%, потому что аскорбиновая кислота – это аскорбиновая кислота, это не 100% витамин С. И, соответственно, поэтому, как бы, у кого больной желудок, конечно, на пустой желудок ни в коем случае нельзя пить, может вызывать изжогу, какие-то неприятные ощущения, вот, потому что я знаю это по себе. И, соответственно, как бы, он, конечно же, помогает, допустим, когда там простудные периоды вы пропиваете, он помогает. Я его испытала, я его испробовала, ну, хорош, но для меня он не 100% имеет свойства, поэтому, конечно же, эту форму больше заказывать не буду. И здесь средние таблеточки, вот форма таблеточки, да, и поэтому я... Имеет запах прям аскорбинки, знаете, вот такая вот, когда вот раньше мы там аскорбиночки, вот эти вот даже вот в наше детство, да, желтенькие вот эти аскорбиночки мы пили, вот такой вот запах имеет. Ну, натуральный компонент, здесь нету там ГМО, но эта форма не моя. То есть я хочу иметь для себя и своей семьи, это натуральная витамин С, натуральная форма. Это как бы мое мнение. А следующее, что хочу сказать, вот как раз и вылазит баночка следующая, да, вот это и есть эстер С, это форма, специальная форма, кальциум аскорбаты, здесь присутствует еще, и вот как раз витамин С, это кальций аскорбаты, то есть 1000, на две таблетки 1000 миллиграмм, можно по одной, можно по две утром, вечером, это уже все индивидуально, мы об этом тоже говорили в предыдущих видео, это был мой пробный вариант на 90 капсул, я его испытала, я его испробовала, я поняла, в чем различие,
Конечно же, вот это мой выбор, и сегодняшний день это в моей аптечке, в моем доме присутствует только вот такая форма витамина С. Рекомендую, еще раз рекомендую.